Всем привет, друзья! Наконец-то мы сегодня откроем интригу, что же за штуку мы такую приобрели. Да, я пытаюсь спрятать от Хельги нож подальше, она тут изучает местность. Она пока не понимает тоже, что это такое, поэтому ей не очень интересно. Ну, оно практически не пахнет ничем. Хельги, да, она у нас тоже стало очень интересно, прям занятно. Так, ну, Хельга, не уходи, сейчас будет интересно. Нос из-под ножа. Всем здрасте, я пока буду. Хельга же дайма уплыла. Гуси, а смотри, что это у нас такое? Что это такое? Хельга. Слушай, ну вот так вот тоже. Я бы, может быть, с первого раза тоже не сразу догадалась, что это такое. У нас уже было видео. А вот Хельга сразу заценила, да. Да. Видео у нас уже было на канале «Енот ест арбуз». И вот это на самом деле Хельга. Такой сорт желтый арбуз. Ну, понятно. Так, раз Хельга не хочет, я сейчас сама попробую. Мы, по-моему, когда-то очень давно уже такой брали, но прям очень давно, и они были маленькими. А в этот раз нам встретилось вот такое вот чудище непонятное. Так. Ну, я как самый наглый человек, конечно. Возьму себе самую вкусную штуку из всего арбуза. Офигенская вещь. Если встретится, берите. Очень сладкий, но вкус такой же классный, как и обычные классические арбузы. Но такой вот интересный цвет. Мне кажется, еще с подачей шарики красного арбуза и шарики желтого арбуза вообще будет суперски. Хельга, пойдем. Я просто тоже люблю арбузы, тебе может не достаться. Так. Хельга на местности. Ты шкодишь? Это самая нужная вещь тебе, конечно. Так, в общем, мы немножко... Знали, как правильно есть? Чтобы не вытекало, там нужно запрокидывать голову. Я сказала, чтобы сильно не вытекало. Так только в голову льются.
такая удобная вещь арбуз. Развела себе болотце. Сидишь, ешь арбуз. В этом же арбузе моешь. Да, Серега? Капаешь вокруг. Что он катается, это еще бы не прикольно.